В этом году благотворительный марафон «Ты нам нужен» пройдет в 10-й раз. Проведут его с 11 по 18 марта. В городской администрации обсудили важные моменты предстоящего события. По традиции, основными площадками марафона станут крупные торговые центры, где сбором средств займутся волонтеры. Как показал опыт прошлых лет, основные участники марафона – это школьники и студенты. Я всегда говорю, у них нет заводов, банков, пароходов. Но эти ребята с большим удовольствием делают свой вклад в марафон. Делают его очень искренне. Они с большим удовольствием работают на марафон, приносят хорошее настроение, рассказывают и дружат с этими ребятами с ограниченными возможностями здоровья. И вот за 10 лет уже сложилась такая, ну, хорошая, наверное, дружеская обстановка. Нам очень хочется в этом году показать ребят, с которыми мы подружились и которые 10 лет приходят на марафон с самого первого года. Ивановский бизнес в стороне от марафона «Ты нам нужен» тоже не останется. Городские власти приглашают принять участие всех руководителей организаций и предприятий. Будем подключать максимально как бизнес-сообщество, так и все население города, области к участию в этом социально значимом проекте для жителей нашего города, потому что деньги, которые будут в рамках марафона собраны, они пойдут детям, которые являются инвалидами или имеют какие-то ограничения по здоровью. С 16 февраля по 7 марта в мэрии открыт прием заявок от жителей города, которым требуется помощь. Получить средства на лечение смогут дети в возрасте до 18 лет, которые проживают и зарегистрированы на территории города. К заявке следует приложить согласие на обработку персональных данных и копии медицинских документов с обоснованием необходимости проведения лечения. Можно будет прийти, оставить заявку, и комиссия, которая состоит не только из сотрудников администрации, но и из представителей бизнеса, общественных организаций, будет отбирать. И после того, как будет определена сумма, будет произведено перераспределение денежных средств. На заседании оргкомитета по традиции презентовали новую эмблему марафона – апельсин со скрипичным ключом в центре. Из ноток неравнодушия, по мнению создателей логотипа, рождается симфония добра. Эта эмблема будет изображена на всей благотворительной сувенирной продукции марафона, ассортимент которой в этом году планируется расширить. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.